Не хлебом единым жив человек. С древних времен в России у всех народов был праздник осеннего урожая. Его отмечали дружно всем селом, традиции земледельчества прижились и в городах. И несмотря на то, что о национальных праздниках сегодня можно узнать из книг интернета, к празднику урожая относятся также бережно. Почему? Узнаем в программе «Самара многонациональная». У нас урожай. Счастье, радость, любовь, богатство, изобилие. Здоровье. И здоровье. Здоровье. Здоровье самое главное. У каждого народа, чья жизнь связана с земледелием, издревле был праздник, знаменующий окончание сбора урожая. Есть он и у чувашей. Кер-хи-пуян-лах – осеннее богатство. В разных регионах праздники назывались по-разному и, может, даже в чем-то отличались. Но суть одна – благодарение за новый урожай и моление за будущий, обильный. Осенний праздник – это у нас Кер-хи-пуян-лах, посвящен именно то, что богатство – у нас щедра осень даром природы, щедра она и трудами людей, которые трудились все лето, все весну. И все, что у нас на столе, конечно, это дар нашей природы. Сегодня эти праздники возрождаются, приумножаются, обрастают новыми традициями. Причем празднуются они во всех регионах компактного проживания Чувашии, так же, как и в старину, носят разные названия. Кер-хи-пуян-лах – гимн великому крестьянскому труду. Чувашскими организациями традиционно в нашем городе проводится большое количество социально значимых мероприятий. Чуваши традиционно были очень тесно связаны с природой. Жизнь чувашей связана со Вселенной в целом и с проявлениями ее природными, и поэтому календарные праздники для чувашей очень важны. В этом году праздник проходит в онлайн-формате. Тем не менее, интерес к нему не ослабевает. На него съехались чуваши из самых отдаленных районов области. Встретиться друг с другом, узнать об урожае и поделиться новостями. Встреча действительно уже долгожданная. Давно мы встречаемся. Мы, чуваши, всегда держали связь с природой. Мы жили в гармонии с природой. И перед началом любого большого дела мы прославляли Вселенную. И по окончании большой работы тоже прославляли Вселенную. Что нам Вселенная дает возможность, во-первых, работать и веселиться. Даже на любой, как бы сказать, тяжелый труд, даже, скажем так, на сенокос, мы, чуваши, шли в нарядных одеждах. И сегодняшний праздник – это как бы подведение итогов, ну, урожай. Собираем урожай не только с полей и с огородов, но и урожай нашей деятельности. Согласны, девчонки? Конечно. Полностью погрузиться в атмосферу главного осеннего чувашского праздника, насладиться блюдами традиционной кухни, послушать народные песни в исполнении чувашских коллективов, приехавших из разных областей нашей губернии, и повидать старых знакомых – все это областной чувашский праздник Кер-хи-пуян-лах. Осенний праздник, который как раз и славит завершение осенних полевых работ, славит завершение большого дела, подводит итог той деятельности, которой жили хлеборобы, к которым традиционно относились и чуваши. У каждого народа, чья жизнь связана с земледелием, издревле был праздник, знаменующий окончание сбора урожая. Есть он и у чуваши. Кер-хи-пуян-лах, кер-сари, афтан-яшки, кер-сурти, афтан-сари, чуклемет. Богатый урожай даров природы собрали те хозяева, труженики, кто не ленился весной и летом. Благодаря нашей природе, богатство, то, что мы богатые, и стол у нас разные явства, осеннее богатство. По старинным чувашским обычаям, в честь сбора урожая, народ этот праздник всегда отмечал весело, песнями и плясками. Организовывалась большая трапеза. Подготавливаясь к событию, пекли хлеба, варили пиво из нового солода. Перед началом молитвы пели стоя, обратившись на восток, древний чувашский гимн земледельцев.
Палитра творческих коллективов действительно разнообразна. Народный чувашский ансамбль «Хавас», «Тарават», клуб русской полисовой традиции «Карагод», город Самара, чувашский ансамбль «Асамат», город Жигулевск, ансамбль «Сувар», город Новокуйбышевск, ансамбль русской песни «Союз Артель», чувашский ансамбль «Телей», Похвистневский район, дуэт Зинаиды и Владимира Левукова, город Тольятти, народный чувашский ансамбль песни и танца «Самарьен». Кирхип Уянлах – старинный чувашский обрядовый праздник. Это основной обряд осеннего кормления. Чувашские художественные коллективы нашего региона показали свои творческие номера на одном из своих любимых и ярких культурных празднеств осени – Кирхип Уянлах. Праздник ежегодно проводится при поддержке администрации городского округа Самара совместно с местной общественной организацией «Чувашская национально-культурная автономия Самарьен» – Самарский край. Такие традиционные ценности, как взаимопонимание, мир, любовь, доброта, добрососедские отношения, характерны для народов многонациональной Самары. Ведь культура – это преемственность, в первую очередь. Поэтому, конечно же, мы бы хотели именно сохранить свою культуру, популяризировать его, сохранить для будущих наших детей и внуков. И самое главное – это сохранить свой чувашский прекрасный язык, который разговаривают чуваши и могут друг друга понять. И если язык умрет, и народ умрет. Просто не будет этого этноса. С самого утра в фойе до Казаря наполнили потрясающие ароматы блюд традиционной чувашской кухни. Здесь же располагались образцы народного творчества, вышивка, резьба по дереву, плетение из бисера и многое другое. Каждый район старался как можно ярче украсить свою экспозицию. Наши куклы тоже давно заждались, хотят выйти, показать себя и других, на других тоже посмотреть, какие у них тоже итоги, какие у них богатства. Присядку! Присядку умеете! Выступления коллектива были очень яркими и самобытными. Один за другим на сцену выходили вокальные и танцевальные ансамбли, многообразие костюмов и неповторимый песенный репертуар. Привлечение внимания к проблемам сохранения языка и культурного наследия чувашского народа, повышение профессионального уровня руководителей коллективов художественной самодеятельности – эти важные задачи решаются во многом благодаря неравнодушию и активной творческой деятельности участников праздника. Что выделяет этот этнос? Но это в первую очередь хлебосольство. Это в первую очередь доброта. Если ты попадаешь на праздник к чувашам, на чувашский национальный праздник. Это всегда выставки. Это выставки с теми достижениями, с теми разносолами, с теми национальными блюдами и элементами декоративно-прикладного искусства, чем живет чувашский этнос. Гостеприимно распахнул свои двери для проведения этого праздника Дом культуры «Заря». Для многих национальных коллективов эта сцена стала уже вторым домом. Именно здесь проходят все главные праздники и культурные события Самары многонациональной. Учреждения культуры несут в себе миссию. Миссию для нашего населения, для населения вообще нашей страны. Но в частности, будем говорить о Самаре, о Самарской области. Исторически так сложилось, что наша область многонациональная. У нас проживает очень много народов, все они очень дружные. Очень важно знать историю, культуру этих народов. И как нельзя лучше, здесь нам на помощь приходит концертная форма работы, когда мы видим какие-то вот уникальные номера, сохраненные традиции, прикасаемся к основам этой культуры. И самое главное, что каждая культура говорит об одном и том же. Она говорит о том, что мы приходим в этот мир, и мы гости, мы должны сохранить, приумножить наш мир, быть в дружбе, быть в согласии. И наш Дом культуры, он всегда открывает двери для всех национальностей.
Приятно отметить, что сегодня почти в каждом чувашском селе есть фольклорные ансамбли, хранители языка и традиций и обычаев народа. А чувашский народ, безусловно, очень колоритный и самобытный. Народ, который сохранил много традиций, обычаев, обрядов. Начиная с зимних обрядов, у нас зимних традиций, это сурагуры, это масленица, мангон, щеварни, агадуй большой проводится летом, уявы, проводы, и осенние праздники проводятся, кирзари, авдан яшки, киргибуян лах. И поэтому их надо сохранять, я думаю. Без этого человек, без корней, просто пуст. И знать свои корни – это действительно знать свои традиции, обычаи. Чуваши – уникальная народность, которая смогла сквозь века пронести свою аутентичность. Это пятая по численности нация России, большая часть представителей которой владеет чувашским языком, единственным живым из исчезнувшей булгарской группы. Не угасает живой интерес чувашей к своей истории и культуре. Чаще всего возникают вопросы о том, кто такие сувары, булгары и в каком родстве состоят с ними чуваши. Откуда и когда появились названия этих народов? Что они означают? Вот передо мной герб. Это амазонка, которая верхом на коне, и у нее в руках сноп пшеницы. Сувары были земледельцы, и они не имели права по древним заповедям убивать людей. Они даже не носили оружие. И сувары, высаживая овощи, фрукты, выращивая пшеницу, кормили людей. И каждая хозяйка знала, что она должна посадить больше урожая, что встретит путника. Урожай у сувар был даже дедовский. Настолько много собирали, и этот урожай у них хранился. Этот праздник самый главный. Много урожая, много овощей, много гусей, много цыплят, много баранов. И это богатство, особенно мы это ощутили сегодня, когда мы имеем закрома, запасы не только для себя, но и для страны. Праздник прошел ярко и весело. В импровизированных двориках все так же угощали национальными блюдами, демонстрировали декоративно-прикладное творчество народных мастеров. Наши праздники, которые проводятся межнациональные, они практически проводятся во всех общественных организациях и межнациональные. И мы, у нас сегодня тоже межнациональные. У нас выступает сегодня и русский коллектив «Карагод» Павел Суровцев, и ансамбль «Союз Арцель», это «Прогресс» завод. Поэтому, как бы, получается, у нас тоже многонациональные. На столах дары природы, взращенные трудолюбивыми руками. Чего здесь только нет. И овощи, и фрукты, ягоды, грибы, и, конечно же, всем по вкусу пришлись национальные блюда. А по-другому и быть не могло, ведь каждая хозяйка очень старалась. Вот так вот. Так вот берешь рукой потихонько и в тарелочку. Так вот ложишь и кушаете. Самые лучшие народные песни, танцы, сохранившиеся из глубины веков, уникальные костюмы участников, по которым можно определить статус, возраст, географическое расположение поселения – все это подарил всем присутствующим праздник, вновь собравший тех, кому не безразлична культура своего народа, кто ценит и сохраняет культурное богатство многонациональной Самары. Именно здесь, в этих гостеприимных стенах, на этой сцене, всегда проходит мероприятия национально-культурных центров. Здесь, на базе Доказаря, базируются несколько коллективов, которые традиционно принимают участие в многочисленных национальных и межнациональных мероприятиях нашего города. И именно поэтому сегодняшнее мероприятие ценно тем, что мы видим яркий пример взаимодействия различных структурных подразделений администрации городского округа не только в рамках исполнения стратегии государственной национальной политики, но и для решения тех важнейших задач, которые стратегия ставит. Это сплочение российской нации. В данном случае мы можем говорить о сплочении нашего городского сообщества на примерах добрососедских взаимоотношений между разными народами, населяющими наш многонациональный город. Сегодня эти праздники возрождаются, приумножаются, обрастают новыми традициями. Причем празднуются они во всех регионах компактного проживания чувашей, так же, как и в старину. Мир чувашей – это целая вселенная. Это вселенная, которая связывает прошлое, настоящее и устремляется в будущее. Это вселенная, которая переплетает в себе древние традиции и современность.
Поэтому мы можем говорить о том, что чуваши органично вписываются в культурную ткань жизни современной Самары и с уверенностью смотрят в будущее. We'll be right back.